В полной средней школе номер 32 для вынужденных переселенцев состоялась встреча школьников с национальными героями Азербайджана. В ней приняли участие представители Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, национальные герои Азербайджана Фахраддин Джабраилов и Вахид Гулиев и проживающие на территории комплекса Гобу-парк ветераны войны. В ходе мероприятия было отмечено, что воспитание детей в духе патриотизма и любви к своей родине является долгом каждого родителя. Наши дети не должны забывать то, через что прошла их родина, отметил национальный герой Азербайджана Фахраддин Джабраилов. Цель в том, чтобы, опять-таки, наши дети помнили, что у нас Азербайджан, ее целостность, территории, которые оккупированы нашим противником, они будут возвращены. Вот в этом главная цель, которую мы преследуем. И служба в вооруженных силах, как всегда, это был священный долг. Конечно, я не собираюсь призывать, это все понимают наши ученики и школьники, чтобы мальчики знали, что у нас есть вооруженные силы, и они боеспособны и способны дать ответ любому агрессору. Национальные герои рассказали школьникам о военных действиях, о том, какие испытания выпали на долю азербайджанского народа. С такой патриотичной молодежью можно быть уверенным, что наше будущее в надежных руках, отметил национальный герой Азербайджана Вагиф Кулиев. Цель сегодняшнего мероприятия – это в первую очередь формирование патриотических чувств у молодежи. Школьники должны расти патриотами своей страны. Подобные мероприятия должны систематически проводиться не только в школах для вынужденных переселенцев, но и во всех остальных общеобразовательных учреждениях, так как не знающая свое прошлое, свою историю молодежь не сможет думать и о светлом будущем. Для сегодняшних школьников национальные герои – примеры для подражания. Как рассказывают учащиеся, они давно ждали этой встречи. Мы часто видели наших национальных героев по телевидению, читали о них в газетах. Сейчас у нас появилась возможность встретиться с ними. Это такая гордость для нас. Мы сейчас школьники, но в то же время будущие солдаты. Мы так же, как и наши национальные герои, готовы пойти на все ради нашей Родины. У нас сегодня прошла встреча с национальными героями страны. Я ощутил чувство гордости от этой встречи. Дай Бог, в будущем я стану таким же героем. На мероприятии было отмечено, что подобные встречи формируют у учащихся высокое патриотическое сознание. Они также важны с точки зрения привлечения молодежи к военным профессиям. Шамис Талмамедов, Рашат Агамалыев, CBC.